такая жизнь. Люди не нравятся вот эти фигурки, а некоторым нравятся. Я делал по поводу Нью-Йорка. Mm-hmm. Близнецы. Mm-hmm. Они лучше стоят, когда на камушках. Там камушки у меня есть. Сейчас, на секунду. Там как-то крылья лежат. Это я так поставлял их там в осени. Потом у меня есть еще одна музыкальная инструмент. Это... Я не научился играть. Я бы хотел научиться играть. Вот, знаете. Один эскиз у меня для большой, я иногда называл ее «Новая Аврора». Она почему-то все время у меня падает. Я ее чиню, ведь она уже опускается. О чем она играет, я не знаю. Так же, как о чем играет вот этот. Это кукла. Тоже. Это тоже кукла. Это стоит в Кембридже, там Харвард-сквер, в памяти Игоря Фокина. Был там такой кукольщик замечательный. Игорь Фокин. Он там умер. Он сам с Ленинграда. Он просто замечательный кукольщик. И кукла в боке сам делал куклы. Mm-hmm. Эта кукла называлась у него прообраз этой куклы Дуду. Что по-английски иногда называется какашка. А иногда как-то еще по-другому что-то? Есть разные значения Дуду. Наклон, мне кажется, более... А вы бы хотели, чтобы это было вертикально? Она как бы летит. Я даже думал, знаете, что такая история, что вот маленький ребенок идет на берег моря и делает из песка конус. Но сначала он делает такую штучку, но она потом превращается в конус, верно же? Mm-hmm. Маленькую пирамиду. Я думаю, отчасти поэтому и древние египтяне стали делать пирамиду. Потому что ясная форма очень. Mm-hmm. И я думаю, что пирамида, если поставить на пирамиду вот так маленький снаряд там или что-то в этом роде, то это получается как взрыв. После ракеты. Верно же? А взять вот эту башню в Париже, она еще больше похожа, как будто пламя, да? Но после того, как она взлетит, она становится под углом.
Я думаю, это вторая фаза полета. Это второй трагический случай. А понимаете, в чем дело? Я вообще-то любил мебель собирать. Ну, вы видите, да? И были у меня двое часов. Эти часы я никак не мог отреставрировать. Потом я отнес одному мастеру сделать. Была эта дверка кривая. Он ее ремонтировал, потом потерял. И пришел тут один человек и захотел купить их, эти часы. Вы знаете, мне так жалко было с ними расстаться, что я вот, у меня появилась фантазия вот сделать вот эти часы, ножницы. Ножницы — это же, ну, есть такие парки, да, их называются в Древней Греции, богини, которые отрезают нить жизни. Вот примерно. Иногда я думаю, чтобы они работали это сделать. У меня есть к ним механизм. Но это длительное время. Чтобы это смещалось, голова больше, иногда сходила ровно. Но с этим не получалось. Мне понравились вот эти ножницы, стрелки. Ну, все, что я делал, я часы не портил. Я их не стругал, ничего с ними. Как бы были постоянно. Я очень аккуратно. Я его называю сапог Петра Первого. Только не помню, с левой ноги или с правой. Ботфорда. С левой, да? Значит, справа. Справа, да? Да, с правой. А что на нем белое? А белое — это он ходил по гипсу, наверное. И случайно попал? Да, он иногда занимался скульптурой, формовал. Ну и вот так случилось. Потом меня еще интересует, вот, ну, вы видели, что у меня много ботинок, да? Вот мне нравится эта скульптура, я так называю ее, вот этот камень, по которому ходили люди. Он даже заполирован. Мне он очень нравится. И он, я его украл с Рылеева. А там разбирали мостовую, что ли? Я разобрал. Ну уж очень мне понравился. О нем много-много людей. Это не Понти Пилат, вот Понти Пилат. Это я иногда называю селф-портрет. Внутри все заполировалось от жизни. Чтобы усилить вот эту полировку золотистую, я затонировал это зеленым. Thank you.
Я звоню, у меня муха этой внучка. Я говорю: Аля, я тебя люблю. Она говорит: я знаю.